Быть может, не каждый моделист станет кораблестроителем. Но труд начальника Псковской водной станции морского клуба ДОСАФ Константина Николаевича Воскресенского не пропадет даром. Здесь научат кропотливо, вдумчиво работать. По многим специальным техническим вопросам даст ответ преподаватель-инженер Василий Алексеевич Егоров. Большой опыт уже приобрели многие. Второй спортивный разряд присвоен рабочему фрезеровщику Николаю Васильеву. Предстоящим соревнованием на реке Великой готовится его новая модель. Это маленькое гидрографическое судно не так уж беспомощно на водных просторах. Команда с пульта управления, радиосигнал заставляет корабль изменить курс, произвести нужную эволюцию. Участники Псковского кружка морского моделизма неоднократно завоевывали первенство среди спортсменов ДОСААФ северо-западной зоны.